Ивану 18. С 2 лет он живет вместе с приемной семьей в Алапаевске. Семья подарила мальчику дом, хорошее воспитание и образование. Сейчас юноша обучается логистике в техникуме. В дальнейшем видит перспективу работать в Одинцове. Теперь, когда ему предоставили собственное жилье, осуществить мечту будет проще. Я был, находился в квартире, мне понравился ремонт в ней. Ну, как бы минимальное, конечно, оборудование все, но сказали, еще довезут. Так что все, в принципе, хорошо. Иван отправляется на службу в армию. После нее планирует вернуться в уже обустроенную и уютную квартиру в Малых Веземах. Знаю, что собираются вооруженные силы. Вот, и мне кажется, это очень важно, когда есть куда вернуться, да, после срочной службы. Хочу, чтобы Иван создал в этой квартире свою семью, чтобы там был уют, счастье, радость. Все удобства гарантированы. Однокомнатная квартира площадью 41 квадратный метр в микрорайоне Высокие Жаворонки теперь станет новым домом. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».